Я хочу поздравить всех болельщиков команды с этим событием. Я считаю, что Кривой Рог заслужил команду иметь в первой лиге, не только, но и в премьер-лиге. Поэтому я всех поздравляю. Я благодарен футболистам, которые выполнили поставленную задачу. Мы к этой цели все вместе и шли целый год. Ну, конечно, наконец-то добились той цели, к которой стремился Кривбас. Первый шаг мы уже сделали. Ну, это не передать эмоциями. Мы долго к этому шли, готовились. Весь Кривой Рог хотел попасть в первую лигу. Наверное, удовлетворение от работы мы получили огромное. Эмоции были какие? Положительные только. Вообще хотелось бы выиграть игру и радоваться, а не смотреть за игрой «Металла» и «Металлурга». Ну, тоже мы довольны. Это очень хорошо, что мы вышли заранее в первую лигу. Посмотрел матч, получается, в небольшой компании мы были за городом. Посмотрели игру, конечно, эмоции были сумасшедшие, потому что выполнили задачу, которые шли весь сезон. Очень классные эмоции. Смотрели команды, как играла «Металлург Запорожье», и после финального свистка все очень сильно обрадовались, потому что долго шли к этой цели и наконец-то достигли ее. Мы командой приезжали в нашу кафе на базе специально, чтобы посмотреть матч «Металла» Запорожье. Мы знали, что от этого матча будет зависеть наше будущее. И, к счастью, «Металл» смог обыграть. И мы вышли в первую лигу досрочно за 2 тура до конца. Ну, счастье было просто. Это была мечта. Мы столько лет пытаемся выйти в первую лигу. Конечно, мы провели плодотворные сборы в Турции. Я считаю, подготовились очень серьезно. И поэтому результат у нас вышел, можно сказать, хороший. Благодарен руководству еще раз. Повторюсь, может, за то, что провели такие плодотворные сборы. Мы шли к этому событию целый год. Я считаю, что мы заслуженно повысились в классе. Да, зимой, наверное, заложили фундамент, но скажу, что у команды уже был фундамент. Я думаю, что точечное вложение, я думаю, что команда, как можно сказать, усилилась эмоциями, потом духом, коллективом. Поэтому я думаю, что фундамент уже был, только его чуть-чуть доработать. Как поздравили команду? Поздравили. Дали 3 дня выходных, а потом обратно работать. Однозначно мы готовимся к этой игре. Я считаю, как такой финалисты первой лиги будут играть. В Харькове, я думаю, при большой аудитории, красивом стадионе, на хорошем поле мы хотим показать зрелищную игру. Мы едем туда однозначно только за победу. Положительные. Можно сказать, что ребята сняли какие-то оковы. И сейчас на тренировках работают с таким удовольствием. Я думаю, что даже усталости даже не видно их. Поэтому только эмоциональный подъем. И поэтому я думаю, что ребята сейчас в хорошем расположении духа. Было очень хорошее настроение. Уже готовимся на игру с «Металлом». На нас не давлеет уже результат. Хочется просто выходить и показывать хороший футбол. Да, мы собрали вчера. Тренера все поздравили, мы тренировали, тренера нас, поэтому все супер. Все довольны, все с позитивным настроем готовятся на «Металл». Никто не расслабляется, все готовятся на эту игру, потому что мы хотим отобрать очки у лидера. Все-таки ни разу не проиграли, мы хотим нанести это их первое будет поражение, я надеюсь, что оно будет. Ну, конечно, приятнее себя ощущать, когда знаешь, что ты уже выполнил задачу, все, что мы нарабатывали на зимних сборах, тяжелая работа, все окупилось, и мы добились своей цели. Моя сім'я. Якось відмічали це чи ні? Ні, я не відмічав. Ну, я думаю, що це все впереді. Ми відмітимо нашою всією великою сім'єю, це командою. Ми зберемося, звісно, хочемо відмітити це событие у нашої великої сім'ї. Жена. Сиділи з жіною і з ребенком, і, ну, плюс вся команда була, жена поздравила, сказала, поздравляю. Ну і всі друг друга поздравили, футболісти. Первым позвонил отцу, потому что это мой главный болельщик. Я всегда всем делюсь именно с ним первым. И я повторил его достижение. Он тоже с Кривбасом выходил в первую лигу. Поэтому я доволен, ему позвонил, и он гордится. Я благодарен болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. И, конечно, большое спасибо руководству клуба, которое доверило нам эту миссию, которую мы, считаю, ее выполнили. В первую очередь хочется сказать им спасибо большое. Они очень помогали нам, поддерживали нас. Это их заслуга тоже, что мы вышли в первую лигу. Спасибо болельщикам, руководству, тренерам, футболистам, всем, которые приложили усилия
и выполнили задачу на сезон и вышли в первую лигу. Поздравляю всех болельщиков с выходом в первую лигу. Мы все вместе долго шли к этой цели. Спасибо всем болельщикам, которые приходили на стадион, поддерживали нас. Сумасшедшая была поддержка в каждом домашнем матче и в каждом выездном матче. Всем большое-большое спасибо еще раз с победой и с выходом в первую лигу. Всех болельщиков поздравляю с выходом в первую лигу. Я надеюсь, это только начало, и ждем вас всех на матчах первой лиги на нашем стадионе. Кривбас первые! Поздравляю с выходом в первую лигу, ребят. Молодцы.